Ну как, все, нет, нормально. Чиз, да, или есть, там? Сейчас еще, подожди, еще. Узюм, да что ж такое-то, а? Все, нормально. Они там общаются, мы фоткаемся, у всех своя атмосфера. Полевой корреспондент. А, видишь, это, Кживолич, до этого поселка нужно доехать. Какой еще раз? Ой, Кживолич, сейчас скажу, новый, видишь, новый, называется поселок. Да, вижу, новый вижу. А, приезжайте вижу, левее. Туда, высаживайте пехоту, в сторону Кживу вот передвигайтесь потихонечку. Все, кто здесь стоит, уедут на грузовике, на вот этом, на Опеле. Все, кто здесь стоит. То есть нам не такая задача, довести всех, да? Да-да-да, довести до туда людей и выдвинуться потом в сторону этого посёлка, не потеряться. А людей не будут? Люди стоят, которые перед тобой. Вот эти всех забирай. Все, кто здесь стоит, раз... Егор, это Арчер и Алекс Бо. Там по дороге ничего не будет, русских не будет по дороге. Не, не будет, просто задача выехать и продвинуться. Опа-на. Дави на газ. Доложи, что слышали, проехали справа от нас. Внимание, докладывает 1-1-Б. Возле сельца стрельба ППШ была, прием. Объезжайте там, мы 2-0 сразу вперед, сейчас усаживаться будем. Обстреливают нашу машину сзади. Сзади обстреливают. В смысле, не нашу машину, а наши машины, там Ганамак идет. По нему стрельба. Ганамак-то вряд ли что-то, это вот командир наш. Так, населенный пункт впереди, смотри. Тормозни, сейчас я посмотрю, что такое. По нам, бью. Сворачивай налево. Влево. Свернул, высаживаемся. Высаживаемся, бегим в лес. Обстреливаем. Это все, кто живой, да? Ну да. Подойдите сюда. 1-1-Б на связи. Ганамак. Стрельба. Стреляй. Все, идем. Давайте поставим, пойдем. По курсу стреляет. Ганамак по курсу стреляет. Сейчас уточню. Ганамак у нас разбитый. Ганамак разбитый. Ой, машина разбитая, или может ехать. У нас лесок впереди, думаю пройти там уже. Посмотреть, где они. Да, Ганамак, с этим куда ехать. Просто не уверен, поедет он или нет. Там справа от дороги по Ганамаку бьет винтовка. И ППШ. Ганамак справа от него бьет винтовка. И ППШ, ты ППШ.
Впереди трассу вижу, впереди далеко. Ребят, может не прорвемся, давайте, думаю, лесочком идти вперед. Но тут не прорвемся, это не грузовики. Веди, веди. Вот, давайте этот амбара. Стрельба начнется, ложитесь там. Спасибо. Стерх, аккуратнее. Ребят, на 20 русские, на 20. Алекс, на 20, смотри, аккуратнее. Там за дорогу. Командир. Да погоди. Это ж командир наш, может быть. Что делать? Пошли на 26, его убьем. А, вот где. Бедный Грис, он живой хоть? Его убили, наверное. Грис, на связь выйди. Что там у тебя? Давай до амбара, пройдемся там через лесок, и не остановимся. А где миномет вообще? Кто бы знал-то? Миномет у нас? Так, на 28 это свой, да? На 28 боец лежит свой. Правее, Саша, правее. Не-не-не, чуть правее. Нет. Уничтожить, ребята. С мешком советским ползет. Вроде готов, пошли правее. Двигаемся. Ребят, по кустам идите. Твою мать, это не свои. Аккуратней, там гономат.
Гранату, внутрь, гранату. На место. О, что не обходит его? Заходите, блин. О, о! Вышел. О, хана-хана ему, проще, дурак. Опа, отлично. Сейчас они, так они же гранату там уже взорвали внутри. Заходить. Не смотри, первый зашел. Мы взрыв сделали. Они, не знаю, знают, не знают. Вот у нас трое рация под зык. Из машины. Хана им. Подходит к ним сзади. Рации, наверное, Алекс был, через... Я. Я еще, блин, первый захожу, тут так и знал, все что-нибудь будет. А там оттуда потом этот снайпер вылетает за Сталина, блядь. Тебя я видел, и граната сзади. Блядь, Гриста живой хоть. Минометы все там были, нет? Да, скорее всего. Да, граната тоже. Тоже они есть, конечно. Блядь, Макс, держись. Немцы. Да, главное, чтобы он не высунулся сейчас. Немцы? Кто был в Ганамаке, да, который вот подъехал там с Гжибуа на юг, встал на дороге, там араб, по-моему, был, еще кто-то, Макс, да? Макс, не подведи. Я вообще командир страны, ты мне не надо путать меня. Так, Хендрик, с развязки не мешай. Хендрик, ну кто? Отлично. Да, я там был. Передавали, что Штудебекер этот немецкий уже. Ну ладно, не попал. Я косой, ладно. А и первый раз на деревне стреляли. Ну. Армия, развязка. Видишь? Смотри, сейчас Макс будет. А где пулемет у него? Не понял. Гладис. Рация смотри. Рация уже. Пиздец. Все. Безоружного. Макс. Это он сербер. Да. Эх. Фу, ё. Да он уже жив? А чё? Грис, Грис всё взрывает.